Друзья, приветствую вас на нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня вам покажу мастер-класс, как сделать прекрасный летний цветочек из гофрированной бумаги. А сделать его очень легко и просто. Итак, давайте начнем. Для этого нам понадобится 12 вот таких вот кружочков, вырезанных диаметром 6 см, вырезанных из гофрированной бумаги. Я уже 11 лепесточков сделала, сейчас покажу, как сделать 12. Итак, я беру и вот так вот растягиваю край, чтобы наш листочек выглядел реалистичнее. Теперь беру и другой край вот так вот скручиваю. У нас получается форма лепесточка. И чтобы наш край этот не раскрутился, я его мажу клеем и снова закручиваю. Вот так. Наш листочек готов. Еще нам понадобится тычинка. Я взяла, вырезала полосочку из гофрированной бумаги желтого цвета и сделала вот такие вот надрезики. Получилась оборочка. И это нам послужит тычинкой. Теперь будем собирать цветочек. Я беру и клеем намазываю кружочек, вырезанный из картона, таким же размером и диаметром, как лепесточек. И вот так вот приклеиваю 5 лепесточков на первый ярус. Первый, второй лепесточек, третий, четвертый и пятый. Теперь смазываю вот так вот клеем и приклеиваю уже не 5, а 4 лепесточка таким же образом. 1, 2, 3 и 4. И теперь приклеиваю 3 листочка на последний ярус, тоже смазываю клеем. И приклеиваю. Вот так вот. Сам цветочек готов. Теперь нам нужно сделать для него серединку. Вот такой вот цветочек красивый. Для этого я беру нашу оборочку и намазываю ее край клеем. Очень аккуратненько, по чуть-чуть. Потому что гофрированная бумага очень сильно рвется. Она очень тендитная и тоненькая. Поэтому смазываем аккуратно. Вот так вот. И скручиваем. Не спеша, потихоньку, чтобы ничего не порвалось. Вот так вот. Слегка оттягиваем гофрированную бумагу. Так вот. И теперь так вот приклеиваю край. Хорошенечко приклеиваю. Обрезаю лишнее. Намазываю клеем. И приклеиваю серединку в центр. И распушиваю ее. Вот такой вот прекрасный цветочек у нас получился. Вы можете украсить ним комнату. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока!